Догружает, я уже вижу. Нет, это просто вот части того, где жили, как жили люди, быт какой-то, из чего эти крылья, как крылья делали. Это было что-то, знаешь, как вот эти деревья, которые растут, в них изнутри, как из коры волокна отрывали, и из этих волокон как-то их между собой соединяли, что там не было ткани, тряпки, такого не было, из чего сделать вот эти вот. Там все из этих деревьев, как, я не знаю, какие деревья, как бамбуковые какие-то заросли там были, и деревья, что с них просто как делали ткань, и вот их натягивали на эту рамку, чтобы летать можно было. Мне все-таки интересно, ремни из этого всего делали. Там не было никакого производства, жили как общинным каким-то, потому что планета мертвая была, там ничего не осталось. До этого что-то, может, и было, но потом уже ничего не осталось. Людей смотрю, какие там жили, и вспоминаю, как они там жили, как у них там дети рожались. Ну, в принципе, маленькие там тоже такие, как старички ходили. Их не было такого, чтобы играть, бегать, скакать, как-то, знаешь, как дети должны себя вести. Вот они там сидели, там, росли, там, кушали, там, ну, то есть, если нужно было куда-то вот перемещаться, вот летали, там, может, за чем-то. Они вели как бы человеческий образ жизни, это не совсем зомби. Они общались между собой, у них была какая-то, не то что иерархия, но какие-то вот общение было между собой, но только чувств не было. А вот все рационально очень, все вот по уму, так знаешь. Это то, вот детки растут, вот нужно то, дальше, чтобы продолжение, дальше, чтобы это вот как-то слишком все рационально, не мечтатели однозначно. С ними говорить можно было, они говорили, они поддерживали разговор, но это были вот такие вот люди. Это вспоминаю, поверхность это вспоминаю, и выжженные территории вспоминаю, как, вот знаешь, обрывки какого-то коррозионного, то ли металла, то ли чего-то. Мы летали туда смотреть. Там была зона не то что запретная, она была неинтересная. Никому ни в голову не приходило посмотреть, что там. Такие вот что-то покорёжено просто осталось, как вот, знаешь, после чего-то вот как все изломано, непонятно что из чего. Вот это было на другой стороне планеты, и может не на другой, но вдалеке помню. Смотрю, как солнце там, и почему-то если очень долго там летать можно было только или утром, или вечером, а днем, наверное, вот это солнце, что светило, как волдыри на коже появлялись, поэтому люди вот там внизу немножко жили, чуть пониже, на этих отвесных скалах, там были такие пещеры, и люди в этих пещерах жили. Я не могу сказать, чтобы там было очень жарко, почему-то просто волдыри были, люди прятались, когда солнце светило, чтобы не под прямыми солнечными лучами. Тела обычные, красивые, человеческие. Вот воды практически мало очень было. Но была вода, потому что зеленые там деревья, все деревья, наверное, подтягивали как-то. Ну вот. Еще помню, как я маму свою тогда спрашивала, любит ли она меня, и она на меня смотрела странно и спрашивала, не хочу ли я кушать. Впечатление, что она не понимала, а я откуда-то понимала, что такое любить. Я пыталась ее растормошить. Я маленькая, помню, такая на уровне, может, 6-7 лет, спрашивала, любит ли она меня. Вот как-то я пыталась ей это объяснить. А она как вроде вообще не понимала, может, я кушать хочу, может, я еще что-то хочу. Она, ну, вот так переводила, на такие вот понятия. Угу. Детство немного помню. И мы с тобой почему-то вдвоем бегали постоянно. Вот играли другие дети, там где-то сидели, что-то там, там такое, как, знаешь, как камни, вот скалы же и камни вот такие длинные. И они этими камнями скребли вот так эту кору, делали ее такой, как волокна из коры делали, знаешь, ее постоянно шкрябали, и она такая, ну, как пенек такая становилась, как пеньковая вот это вот. И они маленькие сидели, это шкрябали, а им неинтересно было играться. А мы то ли одинаковые были, то ли, может, я на год старше даже, но я была повыше, наверное, я немножечко старше была. Вот мы вдвоем играться могли с тобой как-то, ну, потому что остальным было неинтересно играться.
Я вот детство просто помню. Там как что-то вот очаг какой-то круглый из камней так выложен, что там можно было, не знаю зачем, если там тепло, но вижу, что очаг какой-то был. И мы вокруг этого очага вот так бегали, и никто не понимал, что такое, о чем мы бегаем, зачем мы играемся, вообще, что мы делаем. Потому что это, ну, не было естественным процессом играть. Слишком рациональные, слишком дети, как старички такие, знаешь, серьезные, с ними можно было поговорить, но как не больше. Вот это просто помню так хорошо помню, как вот бегали вокруг этой, такая большая, может, 2 метра в диаметре, может, даже больше, а может, потому что мы маленькие были, это как печь такая, там огонь внутри горел, и мы с тобой бегаем, как вот это, туда-сюда, играем, просто мы играем против того, что другие не играли. Бестолковые кипишные, да. Да, кипишные, бестолковые, против остальных толковых и не кипишных, вообще какие-то были странные. Главные там или просто жили, главных не было. Что-то было, это даже не культ в обычном нашем понимании слова культа, а те, кто следил за соблюдением каких-то правил. Это не было общинным строем, что вообще так монархия. Там кто-то был, кто отвечал. И, блин, по-моему, Илья это была женщина. Да, это был матриархат, там женщины были, ну вот, главными, старшими, как это правильно. Там, где вирус, там все через жопу. Включаем матриархат. Да. Да, там женщины были главными. Токарь вот туда надо. О, да. У нее матриархат пришел в костюме. В платье с пчелками объявляет о матриархате. Круто. Наезжает на кона и призывает сатану красно-черного. Такая теща. Муж скоро скажет, что рой должен править. Вообще, роевой это самое лучшее. Наверное, да.